В течение двух дней руководители региональных исполнительных комитетов «Единой России» в Сочи делились опытом работы, в том числе реализации партийных проектов. О том, как удалось реализовать самый главный общероссийский последних лет – Олимпиаду, рассказал секретарь местного отделения «Единой России» Анатолий Пахомов. Успешное проведение зимних игр – заслуга каждого члена партии, отметил мэр курорта. А некоторые пункты программы, такие как, например, приведение города к единому архитектурному облику – уникальный проект для всей страны. Подобное инициатива была реализована впервые. Мы вообще уникальный проект это создали с партией «Единая Россия», вот, под эгидой партии «Единая Россия», когда мы, по сути дела, значит, создали целый институт архитекторов-организаторов, это 18 человек, задача которых была обследовать каждую улицу, сделать эскизный проект. Мы гордимся нашей партией, нашими членами партии. Почему? Потому что, если откровенно говоря, все те, кто реализовал проекты гостеприимства, это в первую очередь или в основном члены партии «Единая Россия». Этот год «Единая Россия» объявила годом первичных отделений, представители которых ближе всего к народу. Именно местные отделения не понаслышке знают о насущных проблемах жителей, с которыми единороссы будут встречаться чаще.